радоваться Торе. Аминь. Время радоваться. Аллилуйя. Хочу пару слов перед тем, как мы начнем. Вернуться опять к тому же самому месту, о котором я уже четвертую неделю подряд буду говорить, как бы. Но я хочу там отметить один момент. Знаете, когда вот ученики пришли в Эммаус, да, уже с Иисусом, с Иешуа, и он хотел идти дальше, они его удержали, говорят, останься с нами, как бы. И вот они сидели, и когда он преломил хлеб, да, помните, до этого момента они его не видели. И когда он преломил хлеб и подал им, да, они вдруг увидели, что это Господь, да, и в тот же миг написано, он стал для них невидим, да? А как вы думаете, вот я размышлял, почему именно в этот момент он стал для них невидим? Я вам прочитаю несколько мест Писания. Откровение, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит двери, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». «Се стою и стучу, и кто услышит, да?» Еще одно место приведу. Это 2 Коринфянам. 2 Коринфянам, 16 глава. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, да, и буду ходить в них, да? И буду их Богом, а они будут моим народом». И вот что я думаю. Когда они преломили хлеб, почему он стал невидим для них? Потому что они, глаза сердца их вдруг открылись. И тогда что? Он растворился в них. Он говорит, вселюсь в них. Кто услышит, да? Кто откроет, да? Вот когда они услышали, когда сердце их открылось, он смог вселиться в них. И говорит, теперь буду ходить в них, в вас. Так что очень важно нам услышать, открыть, чтобы Бог, такой большой, мог вселиться в нас, раствориться своим светом, и тогда Царство Божие уже внутри нас есть. О-о-о! И почему я радуюсь? Задай во мне... Ты мне вопрос такой. А потому что Иешуа Он со мной, да? Не потому что я такой хороший или плохой, да? А потому что мое сердце наполнено хвалой. А когда сердце и душа наполнены хвалой, есть повод ликовать. Почему? Да потому что я живой.
вместе. Оу-оу-оу-оу-оу, ай-яй-яй-яй. Оу-оу-оу-оу-оу, ай-яй-яй-яй. Hey, hey, hey.
чехейку. Еще, еще.
смаку лічу, укріпляючи меня. Все вокруг Баира, Бога моего. Бог моя опора, Бог моя защита, прибежище в Боге моё. Еще все вокруг, все! Все могу, все могу.
вам чужие. Да не обязательно даже в ноты попадать-то. Надо восклицать перед Богом и ликовать. Ай-я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 й. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты готовый, стучи, я помню.
мой Бог. Сердце моего коснуться бы мог. Могу искать я вечно и не найти. Господь, нет таких, как ты. Кто, как ты, мой Бог? Тех твоих.
Искать я вечно и не найти, Господь, нет таких, как ты. Могу искать я вечно и не найти, Господь, нет таких, как ты. Могу искать я вечно и не найти, Господь, нет таких.